Зеленые святки, так жители поселка Ровеньки называют праздник проводов весны и встречи лета. В этот день у них проходит межрайонный фестиваль славянской культуры. Из самой дальней точки области репортаж съемочной группы «Мира Белогорья». Ой, заря моя, зорюшка дорогая. Народными песнями, протяжными и задорными встретил своих гостей третий межрайонный фестиваль славянской культуры. Поучаствовать в «Зеленых святках» в Ровеньки приехали около 20 коллективов из районов Белгородской и Воронежской областей. Я считаю, что это полезно для связи поколений, потому что содержание фольклорного праздника национальное, русское, оно должно передавать традиции песенные, танцевальные, обычаи. В этом случае мы остаемся нацией непрерывной. Поле травка. Виктор Нечаев занимается народным творчеством почти 30 лет. На этом фестивале он постоянный гость. Мы ощущаем себя причастны к чему-то общему целому, к России, к русскому. Вот. И это сближает нас не только между селами, только между районами, областями, но и между народами. Если мы не будем все это забывать, я думаю, и Россия будет вечно стоять. Выступления творческих коллективов, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, вкусные угощения от сельских подворий, выставка цветов, игровые программы для детей. Развлечения для себя на площадках фестиваля нашел каждый. Очень приятное, хорошее праздничное настроение. Чувствуется праздник и дружба, веселье, мир. Все это очень хорошо прям. Фестиваль в Ровеньках в очередной раз напомнил о народных традициях и истории славянской культуры. Неповторимую атмосферу участники «Зеленых святок» создавали для своих гостей до позднего вечера.